В карате парные упражнения с обусловленной атакой называются якусоку кумитэ, что означает «обещанный поединок». Гохон кумитэ – это популярная разновидность якусоку кумитэ, выполняется на 5 шагов. Обычно на 5-й шаг выполняется контратака. В этой разновидности гохон кумитэ мы выполняем контратаку после каждой защиты, причем выполняем той же самой рукой, что и защита. Поэтому бедра необходимо использовать дважды. Для этого используется так называемое движение «вибрация бедрами». Бедра поворачиваются в полоборота ханми, подтягиваются обратно и снова в ханми. Чуть-чуть ближе кидзами цуки к лицу, пожалуйста. Дальше агиоки кидзами цуки. Бедра два раза использовать.